ночью готовились к воздушной атаке. Как только украинские самолеты подлетели к городу, там включили сирену. По словам ополченцев, авианалет удалось отразить. Тем временем, рано утром в станице Луганска украинская авиация разбомбила один из блокпостов. По словам представителей самообороны, силовики использовали кассетные бомбы, которые запрещены международной конвенцией. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики также заявили, что луганские ополченцы взяли под контроль воинскую часть, расположенную в черте города. Во время штурма военные не стали сопротивляться. По предварительным данным, никто не пострадал.